Ларисы Миллер. Одомашнились слова. Перестрелка, взрыв, бомбежка. И звучат почти как кошка, как дорожка и трава. Чтобы дом свой утеплить, надо двух налетов между поселить в душе надежду. Чтобы как-нибудь продлить эту жизнь, где дни подряд за окном не снег искрится, и летит не лист, не птица, а убийственный снаряд.